Быть первым – это супер, мы долго к этому шли и верили в себя, собственно говоря, в нас верили болельщики, и я думаю, что только благодаря этому все-таки и получился такой результат. Мы как хотели стать первым, так и стали первым. Что будет в следующем сезоне, чего ждать? Я думаю, что в следующем сезоне, если все останется, как и сейчас, в плане спонсорства, то я думаю, что мы будем выступать в высшей хоккейной лиге Нижегородской области. Кому бы хотелось сказать спасибо? Конечно же, хотелось бы сказать спасибо администрации Ледового дворца и администрации города. Они тоже в нас поверили, дали нам возможность, дали шанс. Естественно, хочется сказать огромное болельщикам спасибо, потому что без их помощи, без их поддержки ничего бы не получилось. Ну и, конечно же, самое главное сказать спасибо огромное Павлу Владимировичу Харитонову, который поверил в нас, собственно, выделил какие-то средства для того, чтобы эта команда существовала, выигрывала и добивалась каких-то результатов. Получилось в игре? Я думаю, что получилось то же самое, что в предыдущей игре на выезде. Сначала команда как-то попыталась все-таки поставить оборону у себя, но в итоге ничего у них не получилось, и она была раздавлена. Извините, конечно, за это выражение. Но результат на табло, и, собственно говоря, счет показывает все, что случилось. Спасибо. Конечно, команда Сечного, опять же, нельзя сказать, что соперник был недостоин. В любом случае, мы всегда уважаем своего соперника. Все также приезжают, все борются, никогда не проигрывают, не отдают игру просто так.